многовато штраф сегодня, правда? Я Калашаевой. Идут подсказки то ли со скамейки, то ли с площадки. А скорее всего и оттуда, и оттуда. Якова бросает, добивание. И 3-1. Хухтала. Ух ты, разводит руки в стороны арбитр. Американский. Кит Ковал. Ну, сейчас должен будет объяснить свое решение. И Вячеславу Буланову. И судейскому столику. Давайте смотреть. Вот Хагман на пятачке. Светберг выкатывается. Хагман падает. Игра в площади ворот. Ну, смотрите, Хагман упал на щиток и на правую руку Светберга. То есть, по сути, он мешал голкиперу справиться с добиванием Хухтала. Помеха вратарю. Да.